отца, руководящий духовный нашего слета, и Бог душу нашу, Александра Ильича. Спасибо еще раз всем, кто сюда приехал из самых разных городов, поселков, сел, каких-то маленьких хуторов, типа Самарки. Спасибо всем, кто здесь был, и слава Богу, и Владыка с нами. Вот. И значит, у нас этот сбор явно не последний. Если сравнить наш этот слет с прошлогодним слетом, это небо и земля, и если такая динамика продолжится, вот. Я один только вопрос не успел задать, но, наверное, слава Богу. У меня сейчас просто все больше и больше знакомых, мы их, когда тосты поднимаем, сейчас раньше со смехом поднимались, сейчас лишь бы не было войны. Вот, но будет, наверное, еще у нас возможность об этом поговорить. Вот, не в очень там спокойное время мы живем. Вот, но если, слава Богу, все будет хорошо, то через год здесь весь мы встретимся. Мы Владыку пригласим, наверное, не только на презентацию уже готовых проектов, а, наверное, ну, на середине никто не отпустит, он сам себе не отпустит сюда. Но если вот просто... Я помню, у нас были замечательные встречи, знаете, Владыка, в давние времена, это лет 10 назад было в Линевичи, мы приезжали, там митрополит, и... вот те встречи, уже выросшие совершенно вот, люди, уже взрослые, у которых семьи, они до сих пор помнят те разговоры у костра, когда к нам с рыбалки митрополит приходил, только так от чешуи руки очистит, и мы сидели у костра, и вот эти незабываемые беседы, потому что здесь вот в этих коротких разговорах, в коротких интервью-беседах очень, ну, так вот кратко. А очень много есть вопросов и очень много интересного. Поэтому приезжайте к нам вот так вот на вечерний костер на следующий год. Мы будем с удовольствием ждать. Спасибо. И мы приступаем к самой долгожданной, особенно для нашего пантера, части. Да. И вот у нас здесь эти шесть. Да, конечно, Лович. Вручите, я пойду, все благословения дам, а уже вы все вручите сами. Хорошо. Нет, вы с нами. Нет, Сережа, да. много дел у взрослых людей. Я уж прошу прощения, дорогие дети, просто мы с вами пообщались, вы блок, и нас тоже здесь. Я очень рад, я правда очень переживаю, что картоф не поел с вами, чай не попил, но ничего. В следующий раз вы с нами, с ночевкой, да? Я очень рад. В шоколадке или умеешь на лыжах кататься? Да, на лыжах давай. И в шахматы играть. Владыка очень хотел бы шахматы. 52 года первый раз попробовал на горных лыжах проехать. Ну, Владыка, это представляете, как будет. Давайте проводим Владыку бурными нашими аплодисментами.